у них так все продумано, конечно, воскресенье там, не знаю, тут бедный мальчик, который то сверху, он сидел у них это, какой-то там у них пост новый на крыше. Я думала, что он уже там оплыл давно. Ну сейчас они притихли, прям не так сильно, а то прям, ну, не знаю. Ох, они прям аж заливо. Мне сейчас тут просто высовывались, стали смотрели. Это вообще, это я не знаю, я в прошлый раз так сильно испугалась, сейчас что-то... Я уже, видать, готова была морально к этому всему. Ну...